На сцене Абхазского драматического театра всегда можно увидеть интересные постановки и спектакли. Кроме того, драмтеатр с недавних пор стал и центром притяжения юмора. Уже второй год подряд в театре проводят вечер эпиграмм и пародий, в котором принимают участие абхазские юмористы и поэты, каждый из которых на этот раз, как и всегда, приготовил сюрприз. Чемия, чемия, сылашара премия, яхаяхуэйца хой, сабацари устунцойды. Неожиданные смелые шутки, пародии и эпиграммы, прочитанные на абхазском языке, создали в зале неповторимую атмосферу настоящего праздника смеха. Мастера слова зачитывали смешные и интересные рассказы из жизни поэтов и писателей Абхазии, посвящали друг другу шутки. Это категорически запрещается, запрещается. Эмоции солги саму, эмоции бзи солги саму между плотьем. Очень понравилось, что вот там наши вот эти традиционные моменты, чтобы молодежь больше узнавал. И чтобы они тоже так же продолжали. В этом празднике юмора уже второй раз принимает участие и поэт-пародист Игорь Хварцкий. На этот раз он представил публике собственное прочтение стихотворений известного поэта Владимира Зонтария. Юмор не чужд ему, очень тонкие стихи. Ну, мне показалось, что нужно как-то высветить некоторые грани его поэзии, путем через пародии обратите большее внимание с этой точки зрения. Я думаю, и ему было бы интересно, и слушателям тоже. По словам организаторов вечера, такие мероприятия должны стать доброй традицией абхазского драмтеатра, так как юмор был и остается частью абхазской культуры. Об этом свидетельствует и национальный фольклор. Состоялся вечер юмора на малой сцене абхазского драмтеатра. Вечер был наполнен весельем, шутками и смехом. Зрители оценили искрометный юмор и зарядились позитивной энергией. Сария Гварацхелия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.